Про найголовніше за 30 вересня поговоримо із Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір. Раді вас бачити. Бажаю всім здоров'я. Пане Романе, маємо насичений новинами день понеділка, але перед тим, як почати нашу з вами розмову, ми тут традиційно спочатку звертаємося до нашої з вами аудиторії. Просимо поставити цьому відео лайк, написати коментар, звідки ви нас дивитесь, ваше місто, ваша країна, ми все читаємо. І це дуже важливо, тому що так, ті меседжі, які ми обговорюємо, їх почують якомога більше людей. І, пане Романе, до тих подій, які розгортаються на території тимчасової Росії, бо там окупанти намагаються витіснити Збройні Сили України, з Курщини, але нічого в них не виходить. Натомість Збройні Сили України просунулися навпаки на Курщині. Про це переконують аналітики Інституту вивчення війни. І цього тижня вони натякають. І тут ваш колега, пане Романе, військовий політичний оглядач Олександр Коваленко натякає, що цього тижня ми дізнаємося про розширення зони контролю Збройних Сил на Курщині. От такі новини у нас по цьому відтінку фронту. Що нині відбувається на Курщині, що вам відомо, яка там динаміка, та чи вдасться, на вашу думку, Збройним силам України розширити цей плацдарм для більш ще масштабного наступу і далі? Ну, основна задача наших військ на Курщині, ну, по крайней мере, ту, которая видна із наших действий, это связать большее количество російських військ разными действиями. Это может быть наступательные, могут быть нанесение дальних ударов, попытка заставить россиян снять резервы с Восточного фронта, перебросить на Курское направление. То есть задача сковывающих операций. Сковывающие операции, разные механизмы сковывающих операций, то есть ведутся боевые действия не так за контроль именно территории, как с задачей вот именно сковать больше, то есть втянуть в боевые действия большее количество российских войск. Эта задача удается. То есть около 50 тысяч россиян сейчас находятся на этом направлении, пытаются где-то наступать, где-то мы наступаем. То есть как раз вот эта основная сковывающая операция, она и выполняется. Там у нас, когда принималось решение на выполнение захода на Курщину, очень грамотно и правильно была выбрана география самого захода. То есть левый берег Сима, реки Сейм, несколько высот, ну там разница высот небольшая, до 100 метров, но тем не менее. То есть была грамотно выполнена сама технология захода. Сейчас у нас практически любое движение россиян на данный момент, оно невыгодно. А мы выполняем эту задачу сковывания. И, в принципе, еще раз повторюсь, неважно с каким направлением как таковым. Главное, этот плацдарм, который сейчас есть на Курском направлении, его удерживать, его даже можно двигать. То есть где-то отходить, куда-то наступать. Но левый берег Сейма надо попытаться контролировать весь, заставить россиян еще 1050 снять с Восточного фронта и перебросить на это направление. Если обещанная нам помощь демократами, которая вот в последнее время была артикулирована, американская, там 8 миллиардов, начнет заходить, то действительно в ближайшую неделю она может сразу в течение недели зайти. Достаточное количество средств поражения находится на американских складах. В Европе это значит 3-4 дня время поставки, то в ближайшую неделю там действительно могут развернуться некоторые серьезные события, причем не связанные с нашими какими-то там большими наступательными действиями. Это не важно. Если подойдет серьезное вооружение, ну, достаточно дальнобойное или массовое, допустим, те же кассетные боеприпасы, мы нанесем большое поражение противнику. Они уже начинают там скапливаться такие в кластеры, в образования, по которым если начать наносить удары дальними средствами, то мы нанесем большой урон, им придется опять же перебрасывать часть войск Восточного фронта, а это основная задача, снять давление на Донецкое направление. Пане Романе, речник Кремля Дмитрій Пісков вийшов сьогодні за черговою заявою стосовно атаки по Російській Федерації. І він сказав наступне, що не потрібно пов'язувати атаки українських дронів на територію Росії можливістю відповідних ядерних ударів.
на тлі анонсованої зміни ядерної доктрини на території Росії. Чи дав таким чином Пєсков зрозуміти, що атака 125 дронів БПЛА не є прецедентом для застосування ядерної зброї? Они просто совершили определенную ошибку, когда обозначили со своей доктриной, не перевели ее на украинский язык и не дали почитать нашим генералам. Ни Буданов, ни Малюк, ни Сырский языка не понимают. Естественно, надо было на украинский переводить. Ну, это сарказм, но тем не менее. Наложили санкции на эту доктрину наши генералы и выполнили боевую задачу по нанесению удара по военным объектам, никак не несмотря на такого рода доктрину. А теперь Песковым приходится делать хорошую мину при плохой игре. То есть сама идея была россиянами стартово неправильно подана, без действий, так сказать. Это значит просто сотрясание воздуха, и они попали довольно-таки в щекотливое положение. Выполнить действия согласно доктрине они не могут по разным причинам, им просто мир не даст этого сделать. Пане Романе, маємо дійсно ми тривожні сигнали з фронту, попри хорошу динаміку на Курщині. Під Покровськом у нас там не дуже хороші новини. Аналітик видання Bild Юліан Рьобка повідомляє про те, що росіяни захопили два села під Покровськом. Йдеться тут про Крутий Яр та Красний Яр. Таким чином окупанти розширили свій плацдарм під Покровськом, Донеччини, на Донеччині, просунувшись на північ, і звідки вони можуть піти вже спокійно на Покровськ. До нього залишається, якщо не помиляюся, 9 кілометрів. От, пане Романе, яку перспективу маємо там під Покровськом? Чи вдасться, на вашу думку, об'єктивно нам втримати Покровськ? Та як би ви оцінили ту динаміку ворога, яка є там на даний момент? Ну, со стороны Ярова они вряд ли подойдут в сторону Покровска. Там сейчас более-менее нормальная система обороны обустроена. Сам по себе Покровск, он сам себя удержит. Слишком большой населенный пункт. Подходы со стороны россиян, они в принципе контролируются. Сейчас туда подтягивается дополнительное вооружение, по крайней мере, часть нужного. И с помощью определенных дальних средств поражения можем удержать российские войска на подходе к Покровску. Именно с этого, с ярского направления. Вопрос проблемы у нас сейчас южнее. То есть Угледар, Курахово. Покровску будет угрожать такая серьезная проблема тогда, когда россияне выдавят нас из Угледара, из Курахова, подойдут к Покровску с юга и юго-востока. Вот это будет проблема. А если еще с юга, то есть уже со стороны Великой Новоселки, тогда будет сложно его удерживать, потому что они пересекут основную нить, связывающую Покровск с центральными районами Украины, это на Павлоград. То есть пока с востока они пытаются наступать, стратегической такой глобальной проблемы там точно нет. А вот проблемы южнее, Курах-Педар, там сложно сейчас даже как-то спрогнозировать, не видя того количества вооружений, личного состава уже там будет недостаточно, того количества вооружений и той динамики их поставок, которые нам обещали наши партнеры. То есть сейчас все зависит, вот этот Восточный фронт практически висит на будущих поставках вооружений с Европы, американских с Европы. Если это будут поставки растянуты на даже на пару недель, уже практически ничего не спасет на наше это направление. Придется отходить. Потому Рёбке понятно, он видит динамику такую тактическую, или, по крайней мере, тактические моменты сейчас показывает. Но там надо смотреть уже оперативно и стратегически. Там уже намного больше проблема по южному направлению. Пане Романе, також до ще одних проблем. Росіяни можуть вдосконалити каби до 150 кілометрів дальності. Про це сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Перший російський кап був застосований по Бахмуту дальністю 30 кілометрів до кінця цього року. Каб можуть летіти і до 100 кілометрів, можливо, і навіть більше. На вашу думку, чи дасться росіянам вдосконалити авіаційні бомби? Наскільки це можливо, що для цього потрібно? І якщо ми говоримо про 100 кілометрів і більше, то які міста в даному випадку додатково опиняються під загрозою?
Свободно падающая авиационная бомба в течение определенного количества времени, особенно боевых действий, она эволюционирует как, по большому счету, любой боеприпас, добавляя некоторые механизмы для лучшего выполнения задачи, но в конце концов перерождаясь в более динамичный и более опасный боеприпас. Хотя параллельно с этим этот же боеприпас он изначально стартово создается. То есть вот сейчас авиационная бомба в течение определенной динамики перерождений становится ракетой, крылатой ракетой, которая в принципе уже есть. То есть сделать, допустим, из авиационной бомбы, из КАБа, сначала свободно падающей авиационной бомбы, приделать ей крылышки, сделать ее планирующей авиационной бомбой с дальностями там, до 100 километров, а потом приделать ей, допустим, двигатель, который будет эту авиационную бомбу забрасывать на 500 километров, так это ракета крылатая. То есть это просто крылатая ракета, которую уже давным-давно сделали. Потому вот эта эволюция от свободно падающей авиационной бомбы до ракеты, которую сейчас проходят россияне, проводит ее, по крайней мере. Она связана, скорее всего, с просто большим количеством авиационных. Они, с Советского Союза у них осталось тысячи авиационных бомб, в основном ФАТ-500. В свое время их было произведено десятки тысяч. У них, может быть, сейчас такие десятки тысяч еще их остались, так как они толком не использовались. Вот они могут их использовать сейчас только в качестве планирующих. А дальше будет однозначно двигатель, либо реактивный, либо турбореактивный, в зависимости от возможностей, по крайней мере. Это турбореактивный с точки зрения опасности для летного состава, то есть для самолета, он, конечно, лучше, именно турбореактивный. А реактивный двигатель иногда срабатывает, особенно при работе с авиационными бомбами, срабатывает нештатно, и последний поцелуй бомбы может отминусовывать и самолет, и летчика в том числе. Поэтому, я думаю, пойдут они по какому-то из этих путей и однозначно авиационную бомбу доведут до определенных дальностей. Но нам за бомбами в этом смысле нет смысла галяться. Почему? Потому что есть те же ракеты крылатые российские. Значит, с ними придется работать примерно так, как с крылатыми ракетами. То есть уже и эти авиационные бомбы, а так как с двигателем ее уже будет видно, по крайней мере, любой двигатель, турбореактивный, допустим, или реактивный, у него есть тепловой след, и он отслеживается инфракрасными головками самонаведения, это уже будет практически крылатая ракета. Поэтому придется уничтожать в том числе и эти авиационные бомбы. Но основной, конечно, задача уничтожения носителей. То есть Су-34, которые сбрасывают эти авиационные бомбы, уничтожать их надо либо на местах базирования, то есть на аэродромах, либо в воздухе при подходе к рубежу сброса или пуска, в зависимости от наличия ракетного ускорителя. То есть именно по этому пути наши войска сейчас как раз и подготавливаются к такого рода операциям. Надо просто достаточное количество самолетов F-16 с дальними средствами поражения. Сейчас уже заходит первый пакет помощи именно с этими ракетами, с дальними ракетами. Вот так они зайдут, я думаю, тогда будет попроще. Будем уничтожать просто Су-34. До того, пока они там уже все равно, какую они бомбу будут нести. Либо в свободно падающий, либо КАП, либо с ракетным ускорителем. То есть это будет основная задача. Су-34 у россиян в районе сотни. То есть их уничтожить либо на базах, но для этого нужно и сами ракеты, и разрешение работать по российской территории. Потому что в основном сейчас все авиационные базы российские, они на российской территории. Часть из них осталась еще в Крыму, там только 3 аэродрома используются, а все остальные в несколько десятков как раз у россиян в тылу. Либо надо запрашивать у наших партнеров, помимо разрешения, еще и поставку ракет «Джазм» для F-16 с дальностями до 900 километров. То есть их надо уничтожать на землю. Тут, пане Романе, маємо ще, направду, тривожні сигнали із Куп'янського напрямку про те, що ворог готують нові спроби великих штурмів, щоб вийти до річки Оскіл на Харківщині. Про це запевнив заступник командира ПАК «Ахілес» Олесь Маляревич нашим колегам. Що відбувається на цьому напрямку? Чи дійсно ворог, на вашу думку, зможе вийти до річки Оскіл? Як ви оцінюєте цей сценарій? Та загально, чи відрізняється чимось динаміка під вугледаром зараз на Харківщині?
Чуть другая. Дело в том, что под угледаром россияне уже практически в таком серьезном полуокружении держат наш гарнизон в угледаре. А попытка выхода, допустим, на Оскол, это у них еще проблема, потому что они пытаются выходить по ширине фронта 1.5-2 километра на глубину 3-4, то есть это опасно. Будет достаточное количество, допустим, тех же боеприпасов с правого берега Оскола, у нас артиллерия может отсечь огневой завесой любую наступающую колонну, в принципе, что сейчас там и происходит по этому направлению. Почему, допустим, Ахиллес докладывает, 92-я бригада батальона Ахиллес, это БПЛАшники, у них еще есть там взвод код 9-2, также работают по этому направлению, уничтожают российскую технику, которая рвется к Осколу. Выйти они однозначно могут, то есть там механизм выхода у них есть, вопрос удержания. Я еще раз повторюсь, напрямую зависит от поставок боеприпасов. Если будет достаточное количество снарядов, то любая колонна, которая даже подойдет к Осколу, она будет отсечена и уничтожена. Потому ждем наших партнеров обещанного, говорят, обещанного 3 года ждут, ну хотя бы в октябре месяце, я думаю, поставки должны быть. Пане Романе, звертаємося до наших глядачів. Підтримати наших захисників та захисниць, ви знаєте, як можете. Фонд 24 каналу, офіційні реквізити знаходьте і допомагайте нашим захисникам та захисницям. Їм зараз необхідна наша підтримка, як ніколи. І не забувайте писати під YouTube-трансляцією, звідки ви нас дивитеся. Якщо у вас є запитання до пана Романа, ви можете поставити їх. Ми це бачимо, все читаємо і за можливості озвучимо їх в прямому ефірі. Пане Романе, з'явилася інформація від армії «Інформ» про те, що вересень став першим місяцем, коли Російська Федерація атакувала шахедами щодня. І всього ворог випустив по Україні 1339 ударних БПЛА, з яких було збито 1107, а ще деяка частина була подавлена засобами радіоелектронної боротьби. У середньому це по 44 шахеди щодня. Про що свідчить така кількість доволі велика, те, що росіяни активізувалися з використанням шахедів, і те, що дійсно вересень став першим місцем, коли Росія атакувала шахедами щодня, свідчить про посилення підтримки, а точніше збільшення поставок з боку Ірану цих шахедів, чи, можливо, росіянам вдалося в себе на території не вдосконалити, а налагодити виробництво цих самих шахедів? Це не іранські, це китайські. Шахет – это копипаст базового беспилотника «Подсолнух-200» китайского. И все узлы и агрегаты «Подсолнух-200» они используются сейчас россиянами в производстве гераний, и потому уже можно об Иране в этом смысле забывать. Это Китай непосредственно, как только Китай полностью включился в производство этих гераний, то россияне увеличили их производство. Сейчас в среднем они могут в сутки производить в районе 20 десятков. А если используют по 4 десятка, то это значит скопленные за лето, произведенные, но для определенных целей. Сейчас у них стоит задача засушить нашу систему противовоздушной обороны. Засушить имеется в виду попытаться вытащить на себя, то есть шахеды используются иногда специально как цели, вытащить на себя большое количество противоракет для того, чтобы у нас зенитно-ракетные комплексы остались пустыми, без определенной перезарядки. Вот то, что они сейчас добиваются. После того, как они добьются такой, допустим, ситуации, то есть после засушивания ПВО, россияне могут нанести серьезный удар по Украине уже по энергообъектам. Сейчас они пытаются как-то нащупать инфраструктурные объекты, часть военных объектов, шахедами, но в основном задача основная — это как раз именно система ПВО, засушить ее. Потому впереди у нас еще ждет такое серьезное испытание по поводу ракетных ударов. Когда они будут все зависеть от принятия решений, может быть, где-то в районе, допустим, того же 7 октября на день рождения Путина такой подарок преподнести. Хотя это все зависит сейчас уже и от международной обстановки в том числе. Есть некоторые такие серьезные подвижки в геополитике, потому россияне могут еще 300 раз подумать, наносить ли серьезный удар.
Но, тем не менее, надо быть к нему готовым. И вот то, что шахедные атаки беспилотниками учащаются, во-первых, их количество в каждой атаке, они практически ежедневные. Иногда могут в течение суток несколько атак, несколько волн запускать. Это вот такая серьезная проблема для нас сейчас. Опять же, для того, чтобы обезопасить себя от уже такого количества беспилотников, нам нужно уничтожать места их производства, то есть добираться до Татарстана. А для этого, опять же, нужны дальние средства поражения. Опять мы зависим от наших партнеров. Для того, чтобы, допустим, уже серьезно работать по Татарстану, нам нужны не только джазмы, там они туда не дойдут, нужны томагавки. То есть уже надо вопрос этот поднимать о том, что обезопасить Украину можно и с помощью только в достаточном количестве, в большом количестве такого рода дальних ракет. Томагавки могут дойти от 1,5 до 2,5 тысяч километров, в зависимости от модификации, там разного базирования не есть, раз начинки боевой части. Но они могут нам в этом смысле помочь. Без уничтожения производства большое количество беспилотников мы не перехватим в воздухе. Просто не получится. Большая территория, малая плотность ПВО от беспилотников. Еще вариант — это, конечно, уничтожать заводы, которые производят оборудование, то есть сами узлы и агрегаты, но не в Китае. Ну, значит, надо ставить задачу разведке нашей, работать и по Китаю в том числе, и находить эти заводы, где они расположены, в каких местах, их также уничтожать. По-другому не получится. Пане Романе, перемир'я з Росією може надати Путіну сміливість послабити Україну та призвести до нових військових дій. Тому Заходу потрібен більш ефективний план. Про це пише в Даніел Блумберг. Пане Романе, питання до вас. Чому от такі матеріали з'являються на фоні того, як президент Зеленський представляє мирний план Сполучених Штатів Америки? Як, на вашу думку, Росія в разі чого ще може послабити Україну? Тут хотілося б загально почути вашу аналітику стосовно таких новин. Викладка правильна. Любое перемирие дає можливість росіянам увеличити кількість тих же шахедів на складах. Ну, то есть им для того, чтобы создать достаточный запас сил, средств для дальнейших боевых действий, им надо сейчас, это россиянам надо сейчас, почему все говорящие головы российские, включая некоторых наших политиков в том числе, сейчас проталкивают эту тему. То есть перемирие, то есть любая заморозка боевых действий, которая даст возможность россиянам увеличить свой военный запас по разным позициям, включая, начиная от личного состава и заканчивая той же техникой, потому что по некоторым вопросам обеспечения именно инженерно-технических тех состава россияне сейчас провисают, потому им срочно этот вопрос нужен, и правильно издание четко показывает эту ситуацию, а это недопустимо. Недопустимо до полного разгрома России, а реально перемирие недопустимо до развала Российской империи. Потому что, опять же, дадим ей возможность, даже если разгромив Россию на нашей территории, дать возможность ей сохраниться как империи, она через определенное время восстановится и ударит еще сильнее, больнее, и мы потеряем не сотни тысяч, а миллионы наших людей. Потому однозначно по этому варианту идти нельзя, и предупреждает в том числе это издание. Это понимание процессов есть. А вопрос, как относится, допустим, мировое сообщество к такого рода посылам? Ну, это зависит от того, как они, в какой оси они сейчас на данный момент находятся. Вот китайцы собирают вместе с Орбаном, вместе с россиянами, пытаются собрать какую-то площадку как раз для таких вот типа мирных отношений, вернее, мирных переговоров. Ну, это перемирие так называют. Оно для нас чревато. Надо это четко понимать и готовиться к таким длительным боям. А, естественно, сами мы их не потянем, потому надо работать с нашими партнерами. Большинство партнеров и европейских, и части американских, так это точно, прекрасно это все понимают. И, в принципе, та помощь, которая нам сейчас идет, это как раз из-за этого понимания процесса, что нельзя останавливать давление на Российскую Федерацию. Единственное,
Хотелось бы, чтобы в это давление включилось большее количество государств помощи Украине и давление напрямую на Российскую Федерацию, причем давление экономическое. Потому что развалить Российскую империю военным путем невозможно, слишком большая территория и население. Ее можно развалить только экономически, в то время был развален Советский Союз. Пане Романе, паралельно у понеділок, 30 вересня, Збройні сили Білорусі розпочали черговий етап перевірки готовності та здатності військових частин, підрозділів військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони виконувати завдання. Про це повідомляла прес-служба Міноборони Білорусі. Про що це може свідчити? З якою ціллю активізувалися білоруські війська, активізувався Лукашенко? Це чергові навчання звичні, це чи все ж таки до чогось Лукашенко готується? Любые учения к чему-то готовят, неважно, какие бы они ни были. То есть любые учения не априори уже готовят, если это войска, то готовят войска для выполнения каких-то задач. Если это КШУ, командно-штабные учения, то это проводится учение рук состава, штабов и так далее и тому подобное на определенной легенде. Эти учения, это ежегодная так называемая годовая проверка, которая проводится осенью, полугодовая проводится в основном весной, намечаются определенные задачи по исправлению недостатков, а осенью проверяются исполнение этих недостатков, ну то есть проверяется общая боевая готовность. Естественно, под какую-то легенду она проверяется, ну сейчас у Лукашенко вопрос об определенных механизмах обороны, направленных на обеспечение безопасности белорусского государства. Так как в последнее время именно со стороны Украины заходят российские беспилотники в больших количествах, почему еще пока непонятно, то есть они либо теряют управление, либо их изначально стартово так прописывают траекторию полета. Очень много беспилотников, тех же боевых, заходят на территорию Беларуси, потому Беларусь в этом смысле и проверяет свои воздушные силы. Проверка ежегодная, то есть годовая проверка под этой легендой прикрытия воздуха со стороны Украины. Потому нам пока такого рода учения проблем никаких не приносят. Единственное, что при проведении учений, при выведении достаточного количества войск, мы должны удерживать на этом направлении тоже адекватное, там, согласно определенных коэффициентов, количество боевого личного состава. То есть эти учения лукашенковские не дают возможности, допустим, нам снять резервы с северного направления, то есть с Украино-белорусской границы, и перебросить их там на Курщину или, допустим, на Донбасс. Вот с этой точки зрения у нас, конечно, есть некоторые неудобства, если так можно сказать. А пока проблем со стороны Беларуси не намечается. Пане Романе, не так багато часу у нас залишається, але не можемо вас не спитати про те, що зараз розгортається на Близькому Сході. Ізраїльський спецназ перетнув ліванський кордон і підготував плацдарм для масштабного вторгнення. Очікується, що воєнні дії в Лівані почнуться протягом 72 годин. Вже пишуть нібито, що сьогодні мають навіть початися. І також з'являється інформація про те, що Сполучені Штати вже перекинули десятки тисяч військових, також винищувачі F-15, F-16, літаки А-10 і винищувачі F-22, аби усилити ситуацію і позицію Ізраїля. Ваша думка, що зараз може розгортатися там? Чи дійсно буде ескалація того, що ми всі, в принципі, очікуємо? Та в разі більш глобальної війни, як це може відволікти увагу від війни в Україні? Ну, дело в том, что эскалация, если и начнется, то только если Иран вступит в боевые действия. А для этого как раз американцы, чтобы не дать возможности иранцам помочь Хизбалле, американцы туда перебрасывают дополнительные силы и средства. Но это регулярные войска американские. То есть они никак, переброска или какие-то действия, допустим, на Ближнем Востоке, они в принципе никак не повлияют на наши уже боевые действия, потому что у нас, да и склады, в принципе, мы, если разгружаем, так и европейские, а не ближневосточные. Там тоже кластерное деление по складам. Потому вряд ли как-то это на нашу войну
на наше противостояние с Россией повлияет. Единственное, что если Иран включится в боевые действия, то американская армия, скорее всего, нанесет такой серьезный удар по иранским вооруженным силам, причем не дожидаясь основного ввода войск или, допустим, применения дальних средств поражения, они нанесут удар именно по территории Ирана. То есть вот эта эскалация может быть. Но еще раз повторюсь, туда действительно была переброшена дополнительная несущая группа, переброшены тысячи российских военнослужащих с техникой, авиация там уже в достаточном количестве. И это может удержать Иран на отступление в боевые действия. Хезболла сама по себе серьезная организация, наверное, в несколько десятков раз мощнее Хамаса, который был в Газе. То есть Цахал, в принципе, за счет численности превосходства в воздухе подавил некоторые очаги именно в Газе. Но с Хезболлой придется возиться, и возиться долго. Серьезное военное формирование, которые десятки лет, наверное, готовились, а сейчас в последнее время, особенно иранцами, накачивались, и россиянами в том числе, накачивались вооружением по этой позиции. Потому Цахала, для Цахала это будет нелегкая прогулка по Ливану. Это так называемая Третья Ливанская война может быть сейчас развернута. Намного кровавее, чем были действия в секторе Газ. То, что уже Цахал развернулся, то, что действия, в принципе, боевые будут начаты, это уже понятно, потому что тогда бы не разворачивали такое дополнительное количество войск. Но еще раз повторюсь, это такая будет кровавая бойня, по крайней мере, в Ливане в ближайшее время. Вопрос по Ирану. Вопрос по Ирану будут решать американцы. Я думаю, в течение нескольких дней это будет понятно, включится Иран или не включится в поддержку своей, в принципе, Хезболла. Это практически иранская прокси-армия, которая работает на этой территории. Пане Романе, ми, як завжди, дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую. Дякую за вашу аналітику, ваші чіткі відповіді. Роман Світан, льотчик, інструктор, полковник запасу української армії, традиційно відповідав у 19:10 на найголовніше питання цього дня. З вами був Владислав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз поставте цьому відео лайк, напишіть коментар, звідки ви нас дивитесь, і ваші думки щодо тих тем, які ми обговорювали. Також підпишіться на цей YouTube-канал та побачимось в ефірі на 24-му.